популяризировать качественную, добрую, нравственную литературу, познакомить широкую читательскую аудиторию с новинками церковного книгоиздания призвана православная книжная выставка-форум «Радость слова», которая проходит в разных городах России по благословению святейшего патриарха Кирилла. В настоящее время она проходит в областной универсальной научной библиотеке Челябинска. Посетил выставку и митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В числе организаторов – издательский совет Русской Православной Церкви, Челябинская епархия, региональное министерство культуры. Первые слова, которые мы встречаем в Евангелии от Иоанна, они звучат так. Вначале было слово. Сам Христос Спаситель называется словом, разумом. И сегодня мы уже много раз слышали эту мысль. И, конечно же, то слово, которое приносит эта выставка, форум, это в первую очередь слово о Христе. Слово о вечной жизни – это слово о спасении, которое мы можем почерпнуть из книг. Не обязательно это книги духовного содержания, это может быть художественная литература, но правильная художественная литература, в которой исследуется глубина человеческой души, исследуется смысл жизни, в которой люди пытались найти Бога и свое место в этом мире. Владыка Алексий поблагодарил издательский совет в лице его главы, митрополита Калужского и Боровского Климента. Заместитель председателя издательского совета иеромонах Макарий Комогоров запланировал на форуме серию встреч и семинаров. Мы будем общаться с коллегами-библиотекарями по взаимодействию государственных церковных библиотек. Мы сегодня проведем семинар для церковных книгораспространителей. Поговорим здесь о тех ресурсах, которые созданы вот для развития этого направления деятельности. Проведем презентации наших других проектов. Я думаю, что вот эти дни будут наполнены таким добрым, позитивным и, самое главное, полезным общением вот в сфере развития книжной культуры в обществе. Форум собрал православную общественность, педагогов и библиотекарей города, а писатели поделились своей радостью слова. Все мои книги, естественно, продуманы так, чтобы мое слово радовало ребенка. И если даже объясняло что-то, как в легких правилах, это правила, которые помогают освоить русский язык, орфографию русскую. Селябинск, оно было и для царской России, и для Советского Союза, где теперь это величие ощущение твердости русского духа и оборонной мощи. Потому что что такое танки, что такое Катю, что такое трактора ЧТЗ после войны. Но кроме этого, это, конечно, я убедился, что это читающая страна. Это самое главное, потому что, знаете, как сказал великий Ломоносов, ужасна судьба лишиться чтения книг, сплошная века тьма, тяжелее верик. Вот как сказал великий Ломоносов, как уже можно без книг? Заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина и директор областной библиотеки Наталья Диская поблагодарили епархию за давнее и надежное сотрудничество с культурными учреждениями. Наши учреждения культуры очень активно включены во все процессы православия, традиционной культуры. Мы активно приглашаем и не только учреждения культуры, но и учреждения образования, потому что такой совместный труд дает как раз результаты и плоды того, что люди на сегодня читают, люди на сегодня правильно понимают нашу культуру, литературу. Челябинская епархия добрых партнеров, и мы дружим на протяжении уже нескольких лет. И вот это сотрудничество, оно развивается активно. И вот тот факт, что сегодня такое мероприятие у нас проходит, лучше тому доказательство. В рамках форума прошла книжная выставка-ярмарка, где можно было не только ознакомиться с новейшими православными изданиями, но и приобрести то, что понравится.